Боец из Казавюрта, Россия. Махмуд Абдул-Халимов. И его соперник. Боец из Грозного, Россия. Беслан Усюков. Бой номер 11. В среднем весе 84 килограмма. Два раунда по 5 минут. Слева от меня боец ростом 178 сантиметров. Весом 84 килограмма. 24 года. Чемпион Дагестана по борьбе и ушу сайда. Три боя, две победы, одна ничья. Из Казавюрта, Россия, Махмуд Абдул-Халимов. Справа от меня боец ростом 187 сантиметров, весом 84 килограмма, 21 год. Победитель Кубка мира по кикбоксингу. Бойцовский клуб «Беркут». Из Грозного, Россия. Беслан Усюков! Обрезали. Соблюдаем правила. Внимательно слушаем команду. Все действия по команде. За перчатки и защиту не хватает. И за шорты не хватает. По затылку не бьем. За сетку не хватает. Удачи в бой. В этом углу два человека. Два, нет, два остались, остальные ушли. Два. Боец готов? Бой! Раунд номер один. Чудас! 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 Чудас!
Хорошо. Отжимай, отжимай, отжимай. Вот так. Вот так, вот так. Любой ребенок, как я дам. Как я салат, а вот да. Все, ладно, сам. Вот, ну. Олег, 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 Второй раунд. Вот, 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 вот,
Победу одержал из Грозного Россия!